Здесь есть зарождающийся свет. Нам нужно раскрыть его силу и подчинить ее себе. Будь готов ко всему. Похоже, путь наверх свободен. Будь осторожен. Стражи, думаю, Имару уже тепло поприветствовал вас от моего лица. Происки Саватун эхом откликаются в этих стенах. Она шепчет из прошлого, зная все наперед. Вы приняли мое предложение. Значит, у нас все же общие интересы, несмотря на разногласия. Вы можете мне не верить, но я люблю сестру. Однако для Улья любовь — это смерть. Никто не знает больше о ее смерти, чем я. Здесь, в глубине, таится нечто ужасное, пропитанное магией Улья, но подчиняющееся свету.
Саватун это спланировала. Она знала, что рано или поздно Страж сюда доберется. Да и Эрис Морн до кучи. И стабилизируй эту штуку, чтобы убрать из зала электрическую энергию. Направь электрический заряд к неактивным кристаллам. Свет оживляет шпиль. Мы перенаправили заклинание королевы-ведьмы и наполнили его силой. Но с какой целью, я точно не знаю. Здесь появляются руны Улья. Определи последовательность и пройди по лабиринту королевы-ведьмы. Нельзя вступать в прямой конфликт. Именно этого она и хочет, и всегда получает желаемое. Избалованная, окруженная любовью, вам придется найти другой путь. Лишь равному моей сестре по силам одолеть угрозу ее военного марша. Лишь воину Улья. Значит, это могу сделать только я. Эрис?
Страж. Уничтожь презренных и захвати шпиль. Мы сделали. Мы перенастроили внутренние механизмы шпиля и открыли путь в его зловонный гипогей. Я бы это описал иначе, но... Да, все верно. Здесь скрыта ужасающая магия, а я ее проводник. Мы можем использовать эту силу в своих интересах. Эрис, нет. Это слишком опасно. Приди ко мне, Страж. Я подготовлю ритуал.